Знаете, какой самый, реально самый сложный вопрос в MLM? Мы рекрутируем новичков, кандидатов в бизнес, мы показываем какие-то графические материалы, может быть, инфографику, мы показываем им видеоматериалы, да просто фотографии, мы приглашаем на онлайн или на офлайн презентацию, люди смотрят, ходят, зреют и задают вопрос: окей, мне все понравилось, а что делать-то надо? Да все просто. Но мы почему-то говорим: ну, вообще нас учили, что надо так, надо потреблять продукт, надо получать результат, надо делиться этим результатом с другими людьми. Меня зовут Аль Шахар, подпишись на этот канал. Здесь всегда информативно, полезно и денежно. Надо говорить простые слова: деньги есть. Чтобы зайти в мой бизнес, нужно заплатить $127 или там в другом бизнесе, может быть, это 58 тысяч тенге, да, там, или купить курс там у того же Таля Шахара, это стоит 50 тысяч тенге. Деньги есть на карте? Давай, все, что нужно сделать, нужно заплатить, мы тебя включим в нашу команду, ты сразу получишь доступ к обучению. Если ты заходишь в компанию, ты получаешь физический продукт и доступ к обучению получаешь бесплатно. Вот это такой вопрос, оказывается, трудный, непосильно трудный. Вы приходите в магазин, набираете в корзину колбасу, мясо, масло, что там, творог, молоко и так далее. Подходите к прилавку, а вам начинают, там, кассир начинает блеять какую-то чушь. Ну, как вам в нашем магазине? Ну, все ли вам понравилось? Ну, хороший ли у нас ассортимент? Ну, и так далее. Что вообще говорят-то люди, которые стоят за кассой? С вас 15 400 платить будете, а то там сзади вас очередь. Я всегда говорю человеку: тебе все понравилось, да, ты решение принял, ну да, деньги плати и давай начинать. Не благодарите.